Юные герои нашего времени. Сегодня в Доме правительства награды за спасение людей получили школьники Данила Новиков и Иван Андреев. Ваня Андреев сейчас учится в 6 классе. Ему 12 лет. В прошлом году он спас маленького мальчика. Тот провалился в канализационный люк. Только благодаря самоотверженному поступку Вани маленький Саша остался жив. Я как увидел, что как он упал, я подумал, надо ему помочь. Так все должны поступать. Сейчас же так же видимся. О том, что в жизни всегда есть место подвигу, знает и Данила Новиков. Этим летом он вытащил из воды сразу 2 школьников. Я подбежал и спас их. Схватился за корягу, дал ногу, и Кирилл вылез. Я ему вот так под водой ногу толкал, и он взял за нее и схватился. И за Никитину руку или что-то он схватился, и вот так цепочкой ему вытащил. Да, у меня это все на автомате случилось. Помогать людям очень нужно, и чтобы они были живы, здоровы, и когда выросли, родили детей и женились на женах. Данила не в первый раз спасает людей. На его счету это уже 3-й героический поступок. Он пришел, ничего не сказал. Просто спать лег. Пришел отец одного мальчика, поблагодарил. Я не удивилась, это было естественно. Как же он не спас бы? Не растерялся, конечно. Прыгнул, спас. Все живы, здоровы, главное. Он знает, что такое добро, что такое зло. Надо помогать близким, кто попал в беде. Всегда протянуть руку помощи. Он должен это знать, конечно же. И Ваня, и Данила за проявленное мужество получили медали Российского союза спасателей. Такие награды есть далеко не у каждого взрослого. И наших героев, как только они подрастут, уже ждут в службе спасения Чувашии. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.